Привет, ребята! Сегодня я, как обычно, собираюсь отправиться в кулинарное путешествие, изучить кухню какого-нибудь региона нашей страны и заодно приготовить что-нибудь вкусненькое. Друзья мои, вы готовы? Со мной? Тогда путь! Итак, мы начинаем! С вами Роман Ладнев и «Секреты маленького шефа». Сегодня мы узнаем, что готовят в самых северных районах нашей страны. Или попробуем блюда жарких регионов. Может быть, мы отправимся на Дальний Восток и там отведаем морские деликатесы. Или доберемся до западных областей и полакомимся чем-нибудь сладеньким. Все блюда кухни Российской Федерации собраны здесь, в кулинарном путеводителе, и аккуратненько разложены по алфавиту. Вот смотрите. Л. Липецкая область. О. Орловская область. Я. Ярославская область. Осталось только определиться с регионом, кухню которого мы будем сегодня изучать. И, как обычно, это сделают мои помощники. Это Ранель Богданов. Ему 12 лет. Ранель занимается вокалом и играет в театре. Обожает жонглировать и ходить на руках. А это младший брат Ранеля, Ансель. Ему 9 лет. Ансель учится играть на флейте и мечтает стать ветеринаром. Привет, ребята! Рассказывайте о ваших кулинарных открытиях, о ваших кулинарных путешествиях. Где были, что пробовали? Я был в Якутии, в Нерюнгри, в Иркутске, во Владивостоке, в Сочи, еще очень много где. В общем, объехал всю Россию. Ну, почти что, да. В Якутии я пробовал каравай, еще брусничный морс, это их национальный напиток. Да-да-да, мы знаем. Очень вкусный, кстати, я такой никогда не пробовал. А ты что пробовал, Антон? Я был в Казани, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Ижевске. В Казани я пробовал чак-чак и эшпешмак. Это такой пирожок. Внутри там мясо и картошка. Ах, вкуснятина. Ну что, я предлагаю вам сегодня тоже отправиться в кулинарное путешествие вместе со мной. Давайте. Тогда начнем. Бумс, барабумс, бараба, в путешествие пора! Это кто же из вас такой выдумщик, а? Так, значит, отправляемся сегодня мы в путешествие на буйволе. Давайте назовем его Сережа Колечников. Ну что, Сережа, в путешествие нам пора. Тормози! Ох, Сережка! Лихой какой! Поскакали мы немножко и привез нас к сундуку. Сережка, как вы думаете, что в этом сундуке находится? Мне кажется, сокровище. Сокровище? Мне кажется, конфеты. Конфеты? Ха-ха. Давайте посмотрим, а вдруг там сидит джин. Будем открывать осторожно. Смотрите, что там. Там. Города. Города и регионы нашей страны. Сейчас мы наугад будем вытаскивать любой из них. И вот тот регион, который мы с вами вытащим, и будет предметом нашего сегодняшнего изучения. А кто же будет вытягивать регион? Я! А кто из вас знает считалку? Я. Хорошо. Принесите мне муку, я для угощения напеку печенье. Ку-ку-ку-ку, и тебе нести муку. Да что ж такое? Ансель выиграл. Ну давай, открываем сундук, вытягивая любой регион наугад. И сегодня мы с вами отправляемся в Адыгею. Ребята, как здорово! Это удивительная Отлично. Республика. Она находится в предгорьях Кавказа. Вы примерно представляете, где Кавказ? Ну-ка, покажите мне, где Кавказ. Даю подсказку. Адыгея – это маленькая республика, которая находится внутри Краснодарского края. Где-то здесь. Да, значит, он где-то вот здесь. Вот. Даю еще одну подсказку. Столица Адыгеи – город Майкоп. Майкоп! Майкоп, нашли, отлично. Клейте веселого поваренка на карту. Вот так. А, кстати, кто знает, какой еще есть город в Адыгее? Адыгейск? Адыгейск, верно. Мне уже не терпится вернуться на кухню. И Сережка что-то застоялся. Но! Стоп, Сережа, спасибо большое, что ты нас довез. Отдохни немножко.
Ну, а я должен вам сказать, что мы с вами путешествуем по Адыгее. Это удивительная, невероятная республика. И знакомимся с адыгейской кухней. И первое блюдо, о котором я хотел бы вам рассказать, это четлип. Это считается одним из лучших мировых блюд с курицей. Ну и следующее блюдо, это кабаскел. Это мясное рагу с капустой, причем белокочанная капуста здесь используется вместе с кочерыжкой. Вот такое потрясающее, удивительное блюдо. Так, дженч халы джаб. Нелегкое название. Это тушеная стручковая фасоль. Очень полезное блюдо, в нем много белка. И если вы хотите стать чемпионами и очень сильными мужчинами, это блюдо для вас. И следующее блюдо – это… Пирожки. Называется это блюдо гуубат. Это действительно пирожки из слоеного теста. Внутри настоящий адыгейский сыр. Ну и последнее блюдо, с которым я хотел... Похоже на кофе либо какао. Молоко мне. Блюдо это называется бах-сы-ме. Готовится не из кофе и не из какао. И здесь даже нет молока. Это блюдо готовится из кукурузной пшеничной муки с добавлением сахара. И пить его можно только через 3 дня. 3 дня оно настаивается. Это не все адыгейские блюда, а вот почти все адыгейские блюда хранятся в моем кулинарном путеводителе. И нам необходимо обратиться к нему. Но сначала мы решим, кто же это сделает из нас троих. Я предлагаю это определить в игровой. Поиграем, давайте. Кто победит в первой игре, тот и выбирает Сережка. Рецепт первого блюда. Держи Сережку, Сережка, Колечникова. Поехали! Эх, поехали, Сережа! Отлично. Друзья, ну а раз мы с вами сегодня путешествуем по Адыгее, предлагаю сыграть в старинную адыгейскую игру, которая называется «Гюнд-гюнд-кал». Эта игра была придумана адыгейцами для того, чтобы выбирать себе вожака. Они вырезали лабиринт на скамейке ножом. Кто первым проходил этот лабиринт, тот и становился победителем. Вот я для вас приготовил вот такой лабиринт. Вот там у вас есть внизу указки, берите указки. Для этой игры мне понадобится секундомер. Я засекаю время. Делать вы это будете по очереди. Первым начинает Ансель. На старт. Внимание, марш! Ранель, теперь твоя очередь. Так, давай поменяемся. На старт. Внимание, марш. Так, 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 надо скорее. А, точно, ты вел сюда. Да. Стоп, отличный результат. 18 секунд понадобилось Ранелю, чтобы пройти этот лабиринт. Анселю понадобилось 23 секунды. И в этой игре побеждает Ранель. У-у-у! Давай устроим аплодисменты ему, давай похлопаем. Мы тебя поздравляем, спасибо. Ну а нам пора отправляться на кухню, чтобы выбирать рецепт первого блюда. И в путь! Сережка, молодец! Отлично. Сережа, отдыхай! Тык-тык-тык-тык-тык! Друзья мои, мне не терпится уже понять, что же мы сегодня с вами готовим. Ну, можно уже скорее. Набери, конечно, открывай на букве А наш кулинарный путеводитель. Жамука. Натрите 2 вида сыра. В кастрюле разогрейте сметану и добавьте в нее яйца. Затем насыпьте тонкой струйкой манную крупу и варите 10 минут до загустения. После чего добавьте натертый сыр и поварите еще 5 минут. Жамука. Можно подавать. Ух, как все легко. Ставь на место кулинарный путеводитель. Сейчас мы выставим на стол продукты. Помните волшебные слова? Да. Тогда не будем медлить. Манго, яйца, сыр. Жамука приготовить мы хотим. Опа! Так, фарточки на месте, сыр на месте. Да. Предлагаю переходить непосредственно к готовке. Да, с чего начнем? Так, сейчас точно надо посмотреть, что. Да, пожалуйста, обратись к кулинарному путеводителю, но я... Натрите 2 вида сыра. Натрите 2 вида сыра. Но поскольку адыгейский сыр – это мягкий сыр... Его можно нарезать? Да, я предлагаю нарезать его ножом. Выдаю вам ножи, друзья, и напоминаю вам, что пользоваться ножом дети должны... Присутствие взрослых. Вот. Совершенно верно. Берем адыгейский сыр.
Сначала нарежем сыр на пластиночки. Он очень мягкий. Так. Затем пластиночки мы превратим в полосочки. Так. Из полосочек легко сделать что? Маленькие кусочки. Маленькие кубики, да. Адыгейский сыр очень мягкий и вкусный. Его называют еще черкесским. Из него делают супы, сырники, запеканки, ну и начинки для разных блюд. Пересыпайте сыр в мисочку. Так. И у нас на очереди сыр потверже. Его мы будем натирать на терке. Да. Держите терочки. Ох. Друзья, ну а я не устаю вам напоминать, что пользоваться теркой нужно под присмотром взрослых. Очень аккуратно, чтобы не порезать пальчики. Целый джаз-банк получается. С сыром мы разобрались. Теперь самое время разогреть сметану в кастрюльке. И прежде чем поставить кастрюльку на огонь, должен вам сказать, что пользоваться плитой дети должны. Присутствие взрослых! Как вы думаете, в горячую сметану надо пускать яйца или в теплую? Или в холодную? В теплую. Ну, смотрите, если мы опустим в холодную, то ничего не случится, правда? Да. Если мы опустим в горячую, то яйца сразу сгорят. Свернутся. Да-да-да. А если мы опустим в теплую, то... То будет все отлично. То будет все отлично. Да, я угадал. Да, подходите ко мне со сметаной. Кастрюлька так, у нас так, уже так. Разогрелась. Давайте, парни, выкладывайте сметану. Скорее, Ансель, давай. Давай, Ансель. А сметана уже разогрелась. Берите яйца. Так. Берите свои ножи. Бить яйца надо тупой стороной ножа, чтобы не порезаться. Давай, Ранель, подходи. Так. Давай, давай, Ансель, подходи ближе. Так. Отлично. Хорошо. Так. Следующий ингредиент у нас манная крупа. Кстати, а вы любите манную кашу? Ну, если честно, то не очень. А какую крупу любите? Какую кашу? Гречневую. А какие еще каши знаете? Геркулесовую. Геркулесовую. Так. Так. И все. И все? А как рисовая же каша. Рисовая. Рисовая. А как же кукурузная каша? Нет, нет. Не пробовали? Нет. Очень вкусная каша. Но я уверен, что манную кашу вы тоже полюбите. Потому что мне мы, тоже так кажется. Потому что мы готовим жамука, и там есть манная крупа. Так, ну что, наша сметанно-яичная смесь готова. Мне кажется, самое время вводить манку. Берем манку тоненькой струечкой. Засыпаем манку, отлично. Чтобы не было комочков. И почти оп. Все. Отлично. Отлично. Пока наша жамука готовится, у нас есть 10 минут, и мы можем что? Поиграть. Играть. Отлично. Сережка, отвези-ка нас в игровую. Ноль. Так, Серега, посиди-ка здесь немного. Друзья мои, мы с вами путешествуем по Адыгее. А помните, какие есть два города в Адыгее? Да, Майкоп и Адыгейск. Знаете, что означает слово Майкоп? Нет. Долина яблонь. И не мудрено, что местные мальчишки и девчонки придумали множество игр с яблоками. И сейчас я научу вас одной из этих игр. Игра очень простая, называется «А ну-ка, покрутись». Вы ставите яблоко на голову. И вам нужно сделать несколько кругов вокруг себя с яблоком на голове. Кто сделает больше кругов с яблоком на голове, ох, и у кого ж оно останется на голове, тот и побеждает. Держите. На старт, внимание, марш! 1-1. Оп! Ансель, лови яблочко. Во втором туре нужно будет приседать с яблоками. На старт! Внимание! Марш! Раз. Ага. Два. Это довольно три. Легко. Три. Довольно легко. Ансель, мы тебя поздравляем. Во втором круге наших соревнований побеждаешь ты, Ансель. Друзья, ну и теперь третий решающий тур или суперигра. Нужно будет сделать два шага вперед и два шага назад с яблоком на голове. На старт. Внимание. Марш!
Шаг. Раз. Два. Два шага вперед. Два шага назад. Анцель хитренький, и он шагает спиной назад. Молодец. Так. Та-дам. Та-дам. Оп. По-моему, в этом соревновании победила дружба. Сережка, нам кажется, пора на кухню. Поехали, поехали на кухню! Сразу мы с вами здорово кухню. Поиграли. Так, Сереж, ты нам пока не понадобишься. Постой здесь, в сторонке, посиди. Друзья мои, давайте сыр. Сначала адыгейский. Так, молодец, Ранель. Давай, Анцель, твоя очередь. Давай. Отправляй сыр как в космос в жамука. Оп. Теперь наш жамука надо непременно помешивать. И делать это нужно 5 минуточек. Так, пока я буду помешивать, может быть, что-нибудь споете или сыграете? Выйду на улицу, солнце нема, красные девки свели меня с ума. Я пойду на улицу, пока не расцвело, девчата гуляют, и мне весело. Я пойду на улицу, гляну на село, девчата гуляют, и мне весело. Эх, ты мне весело, а жамука готов. Так, выкладываем его в тарелочку, помогайте мне. Так, отлично. Жамука. Жамука. Друзья мои, адыгейское блюдо жамука... Нет, надо добавить еще. А, мы да, мы забыли домашний йогурт. Добавляй домашний так. Йогурт. Адыгейское блюдо жамука... Готово! А готовили мы его так. Мы натерли два вида сыра, в разогретую сметану добавили яйца. Потом насыпали манную крупу, все перемешали и отправили вариться на 10 минут. Затем мы добавили сыр и поварили еще 5 минут. Дорогие друзья, это программа «Секреты маленького шефа», и наше путешествие сегодня проходит по Республике Адыгея. Мы только что приготовили первое блюдо адыгейской кухни, и называется оно «Жамука». У нас осталось еще немножко времени, чтобы поиграть и приготовить второе блюдо. Предлагаю поиграть. Что, в игровую, в путь? Да. Давай. Серега! Сережку! Сережка! Колечника! Колечника! В путь! Иху! Сережка, поехали! Сережка! Оп. Так, друзья мои, мы сегодня с вами путешествуем по Республике Адыгея. А знаете ли вы о том, что по этой республике давным-давно проходил великий шелковый путь? Товары, которые везли с востока на запад, были невероятной красоты. И местные жители тоже решили украшать свои одежды и предметы домашней утвари разными красотами. Предлагаю вам украсть вот эти две простые деревянные шкатулки невероятными красотами, которые лежат перед вами. Чья шкатулка получится краше, тот и победил в нашей игре. На старт, внимание, украшаем! Осталось буквально 5 секунд. 4, 3, 2, 1, стоп! Так, это шкатулка Ранеля. Нет. Ой, что-то отвалилось, извини. Просто клея очень мало, наверное. Клея мало. А это и так, короче, шкатулка Анцеля. Ой, какая красота, смотри, сколько мелких деталей. Да. Да. Сереж, кто победил в этой игре? Я, конечно. Угу. Друзья мои, в этой игре побеждает Анцель. У-у-у! Ну, его шкатулка, правда, получилась красивее, согласись. Да. Ну, а нам пора отправляться на кухню. Давай, Сережка, вперед! Эй, Сережка, прокати нас с ветерком. Анцель, бери кулинарный путеводитель. Выбирай блюдо, которое мы сейчас приготовим вторым номером. Так,
И что же это? Аджарский салат. Нарежьте отварное мясо, томаты, адыгейский сыр и выложите их на салатные листья. Смешайте растительное масло с лимонным соком и специями. Полейте этой смесью салат, и его можно подавать. Отлично, здорово. Ты классно читаешь. Кстати, кулинарный путеводитель на место. А я расскажу вам про хаджок. Хаджок – это тупиковая железнодорожная станция в Адыгее. Но там еще находится множество археологических памятников. Ну и самое главное, там делают самый вкусный хаджокский салат, который мы сейчас с вами начнем готовить. Но прежде чем мы начнем готовить, что мы будем делать? Колдовать! Ну, конечно! Так, волшебные слова. Сыр, мясо и томат, чтобы сделали салат! Ну вот, продукты на столе. Берите листики салата, выкладывайте красиво. Так. Ох, красиво, да, красиво. Я вообще люблю, когда все красиво происходит. Когда красиво нарезаны помидоры, когда красиво выложен салат, когда красиво прочитаны стихи, когда красиво спета песня. А что вы умеете делать красиво? Я могу спеть песню. Давай. На-на-на, на-на-на-на. На-н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 а. Та-та-та-ра-та-ра-та-та. Только черному коту и не везет. Да, верно. А нам везет. И следующим номером нашей программы нам нужно красиво выложить мясо. Ранель, давай ты будешь красиво выкладывать мясо, а Ансель у нас красиво прочитает стихотворение. Давайте. Ансель. Как быстро все кончается, что вкусно начинается. Тянулась бы конфета от двери до буфета. Аплодисменты! Ты у нас талантище, Ансель. Ну, а следующий на очереди у нас вяленые томаты. Как вкусно и, главное, как красиво. Их нужно крупно нарезать. Ну, а для этого я вам дам ножи. А вы ребятам напомните, что пользоваться ножом? Нужно в присутствии взрослых! Держите ножи. Так, отлично. А я пока подготовлю пластиночки адыгейского сыра, которые ребята красиво наломают в хаджокский салат. Выкладывайте красиво в салат. Наломайте сыр в хаджокский салат. Кстати, в Адыгее сыр обязательно ломают руками. Вы справились с сыром? Да. Молодцы, ребята. Мне кажется, самое время заняться заправкой для нашего салата. Для этого нам понадобится растительное масло и лимон. Лимон у нас есть. Но нам, кажется, нужен лимонный сок. Да. Выдавим его из лимона. Но мы не просто будем его выдавливать, а устроим соревнования. Определим, так, кто же самый сильный, самый мощный. Вот здесь две маленькие мисочки. Вот, кто из вас больше надавит сока, тот и будет считаться самым сильным в нашей студии. На старт! Внимание! Начинаем соревнования! Оп! Так. Ох-ох-ох. Сравним, ребятки, у кого получилось больше лимонного сока. Ну, по-моему, победила дружба. Давайте смешаем то, что вы выдавили. Ох. Ансель, добавляй 4 ложки растительного масла в наш лимонный сок. Ранель, добавляй специи. Вот так. Все? Да. Перчика надо побольше. Да, и немножко сушеного чеснока. Это сушеный чеснок? Да, это сушеный чеснок. Чувствуешь, какой очень аромат? Очень вкусно пахнет. Ох, какая красивая заправка-то получилась у вас, ребята. Мне не терпится уже начать заправлять наш салат. Да, давайте скорее. Так. Угу. И посыпайте кедровыми орешками. Так. Можем объявлять? Да. Хаджокский салат готов! А готовили мы салат так. Мы выложили на тарелку листья салата, отварное мясо, нарезанные помидоры и адыгейский сыр. Затем смешали растительное масло с лимонным соком, добавили специи и заправили салат. Друзья мои, провожу финальную перекличку. По республике Адыгея мы с вами попутешествовали? Да! Замечательно. Познакомились с местными блюдами? Да!
Научились их сами готовить? Да. Поиграли в местные игры? Точно. Замечательно. Так, подарки от детей я уже получил и посмотрел. Да. Нет. Сейчас. Поделки, точно, вы же мне не показали еще свои поделки. Ну, показывайте, что вот, там принесли. Вот, это мы приготовили сами. И наша подделка. Ничего себе, ребята, какая красота. Слушайте, ну рассказывайте, что это? Это мы делали сами, просто от души, как красоту. Эта красота будет украшать мою студию. Поставлю ее вот здесь. Так, ну а это что? А это очень вкусные пирожки. А это макробот Сильверлит. Он может запомнить пройденный маршрут, перейти в режим охраны, выполнить 50 последовательных действий. Управление макроботом происходит с помощью пульта. Макробот Сильверлит – отличный подарок для любого ребенка. Спасибо! Пожалуйста. Спасибо. Друзья мои, спасибо вам большое. Было с вами очень весело. Мы сегодня с вами классно попутешествовали по республике Адыгея. Научились готовить два местных блюда. Да. Поиграли в местные игры. Приготовили сами, с вами, своими руками блюдо, которое называется жамуко и хаджокский салат. А если вы хотите стать участниками нашей программы, то нечего стесняться. Пишите нам по этому адресу. Вам непременно повезет. Мы пригласим вас в гости. Будем готовить вместе. Пока! Пока!